Открываем первую напасть. Грознорожденная Данна. Это из этого, наверное. Данна Борисова? Нет, из... Господи, «Игра престолов». Ищет своих драконов и ест чужих коней. А иногда наоборот. 9 жизней. Миш, ты уже положил, что ли? Угу. 9 жизней. 3, 3, 1. Кто один подкинул? Я. Ну нет, у меня 3. Жизнь отдаем. Давай монетку одну с тебя. Забирай. Других не было. Не-а. Ты могла щит заменить на атаку. Могла. Щит как атака. Так, я не отдаю вам карты, я просто беру одну. Каждый, значит, по одной? Да. Давай, вторая так. Напасть. Орк врал. Самый честный и благородный из орков. Началось. 9 жизней. Опять 2 монетки теряю. Че, 9 не сможем набрать? 4. 4. 8. Набрали. Кто, чья двоечка? Моя. Миша получает приз. Так, 2. Подарочек. На тебе 2 монетки. Че? Раздаю тебе. Спасибо за... Да это было папе вообще-то. Да какая? Без разницы. Ты всем, наверное, по одному подкинул. Я открываю напасть. Билли. 10 аж. Дядя Борина зубощита, сопровождающего в поисках... Заключение и сокровищ. Зло ключение. 10 аж. Борин зубощит. Надо щиты ставить. А тут только щиты, что ли, надо ставить? Нет, почему? А то щиты просто это максимальные карты. Щиты. Больше всего. Пап, мы его не победим. Чуть мы давай... не победим. Мы не победим мы его. 7? Все, уже победили. Кто сунул шляпу? Я. Получи деньги. На, 2 монеты. Михаил, ты раздаешь карты? На. Да, обязательно. Или забери. Просто возьмешь? Забери. Что тебе, 3? Да. Так, барабанная дробь. Следующая напасть. О, это нежданчик. Знойное лето. Такая жарища, всем хочется найти это место точно. По прохладе. И головы Гоши начинают толкаться за место в тени. Только шляпы? Только шляпы, да. В случае поражения каждый игрок передает свою карту персонажа игроку, меняющий картами персонажа. Ой. Нет, я против. Постарайся, чтобы мы не пропали. Нет, я заменю свою. Миш, здесь только шляпы работают. Это была моя карта. У меня тоже двойка, если честно. И четверка. Спасибо. Подождите. Куда вы так успели? Во-первых... Я забираю принцессу. Нет, за что тебе принцессу забираю. При этом я теряю одну... Так, мы теряем здоровье. Теряю одну монету, потому что мы не победили. А теперь вы испортите, кто из вас потеряет одну монету. Миш? Показывает вообще. Вот и теряешь. Миша, теряешь одну монету. Ну, я не хочу тратить большую. И отдаем на... Слева это куда? Вот сюда. Давай, Миш, ты его... На, тебе маминого. Да. Ты теша, что ли, хожу теперь? Или что? Да, ну подожди, я дай сделаю ход. Нате вам подать по карте. Я возьму 1, 2. Лучше бы карточками бы поменялись. А на самом деле не карточками надо меняться, а этим? Нет, да, персонажами. Тебе нужна одна карта? Да, одна карта на. Нужна. Офигеть, теперь мне надо такого же. Бронзовый человек. Голем бронзового цвета сражается с чудовищами, не разбираясь, кто из них хороший, кто плохой. Ну куда лезет? Отдай мою. Ну что, 5-то уж наберем очков, нет? Ну я не буду тратить самую большую. Класть всякие единички, то нет. 3, 2, 1. Миш, ты положил единицу. Я только скоро говорил, что детям дошкольного возраста не свойственно такое поведение. Он все время выезжает поведение. За счет да. нас. Тебе. Ну, Миш, ты чем меня разочаровываешь? Я не знаю. Ну, значит, у нас уже старшего школьного. Один. Младшего школьного. Да. Залив не обдум. Непарнокопытный чародей, обычно путешествующий в обществе говорящего пса и бестолкового короля. Интересно, это из какого фильма? Я чуть не угадал его. Я не знаю. Нате вам. Нам некогда смотреть фильмы. Бушет. Победа! Да. Чей троечка? Мамина. Мой. Победа, мамочка. Наконец-то. На тебе троечку.
Офигеть. Наконец-то хоть что-то мало. А принцесса что, за каждую победу, если он сыграл карту силой больше, чем у игроков? Не, я меньше сыграл. Так, это была карта Михаила. Да. Забери, пожалуйста. Забери, пожалуйста. Дай опять три мне. Придержи. Я открываю следующую напасть. Это серебряный алхимик. Превратить свинец в золото сложнее, чем украсть пару монет у дракона. Ой, пять всего у него. Сейчас все-таки подарки. Чья единичка? Моя. Да. Теперь ты начала денежки покупать. Держи, держи. Денежки покупать. Раз, два, три. Добывай, добывай. Еще никто свои силы, способности, да, не применял? Нет, а у меня 10 штук, у меня их даже и нет. Открывай. Я, да. Ты можешь его применить. Расхитительница пещер. Известная охотница за сокровищами, за кроссовищами, хотел сказать. За кроссоверами? Да, обогравшая многих дальних родственников Гоши. Не переговариваемся, Миш. Не подмигивай. Стоять. Каждый сам за себя. Чья единица? А я? Ты задрал, нельзя так говорить на камеру. Ты замучила. Я? Да, давай. Миш, я папе подсовывала, а ты себе все хватаешь. Миш, переворачивай. Мог хотя бы взять хорошую карту сейчас. Я вообще не выиграю. Наверное. Робин Боб, Губин Роб, Губка Боб, лесной разбойник, который любит богатых и бедных. А, который грабит. Он грабит богатых и бедных, и деньги оставляет себе. Наверное, при этом их еще их очень любит. Открываю я. Моя четверка. Тройка. Ровно 8. Ну, я тоже должен зарабатывать. Ты единицу положил? Да. Это был ты? Миша, кидаешь? Обязательно. Раздаешь нам? Точно ты был? Мне кажется, я единицу клала. Дайте опять. Дайте Мишеньке три карты. Два, три, держи. Я вскрываю, и это у нас Борин зубощит. Ну, по-моему, его племянника там был дядя какой-то, мучили. По-моему. Гномий король и большой любитель портить жизнь мирным безобидным гномий драконом. Король. Любит драгоценности и топоры. Гномий, да. Гномий король. На десяточку. Постарайтесь уж, будьте любезны, гномий король. Ну, вот никак. Никак? Так, ну, хочется единичку? Шесть моя. Три. Три. Чья три? Шесть. Моя. Давай спорить, чья будет монетка. Ну, у меня нету больше. А вот надо было сразу брать большую карту и не тратить столько. Так, вот я вам раздаю по одной и забираю себе пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я забираю две, Михаил. Тебе сколько нужно? Нисколько, у него полно. У тебя все? Так, у нас предпоследняя карта. Нет, не там... Санто Пончо, единственный неповторимый оруженосец Дона Тихохода. Санто Пончо! Пончики раздает. Санто Пончо. Санто Пончики. Не смогли? Семь, ровно семь. Ровно семь, единичка моя. Достигли. Это моя единичка. Это моя единичка. Мне кажется, в прошлый раз была моя единичка. Я единичку положил. Это моя единичка. А я что, двойку положил? Наверное. Да? Ну, я не знаю. Потом на повторе посмотрим. А я же не показываю, что я кладу. Подожди, ну, видно, карты не набрали. В каком порядке кладет, нет? Может, и моя была действительно. А, я должна раздать, да? Нет, если тебе, хочешь, можешь забрать. Да, тебе. Кого забрать? У тебя забрать принцесса пару карт? Ни разу способности да, они не использовали, совершенно не нужны ни разу какие-то. Принцессу не использовали. Мы хотим выиграть, а не проиграть, в конце концов. Просто это напасть. Моя напасть. Сэр Джордж Копьеносец. Отлично. Рыцарь без страха, упрека и собственного замка. Ну, бывают и такие рыцари. Ладно, выиграю. На черном коне. Выиграю эту игру. Чья двойка? Моя. Вот, Миш, тебе две монеты, а я получаю монету, потому что у меня самая большая карта, и мы победили напасть. Это принцесса так работает. Возможно, у меня нечестно. Считаем заработок. У меня... Семь. Я одну монету за все время заработал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать. Тринадцать. Тринадцать. Папу за мной пересчитают? Конечно, пересчитают.
12, а не 13. 13. Ой, 12 у тебя, Миша. Ну, значит, я выиграла. Да. Ура! Санта-Панчо!